Бронетранспортеры, боевые машины пехоты, гаубицы, реактивные системы залпового огня и современные образцы огнестрельного оружия на Рощинском полигоне есть что посмотреть. Здесь проходит форум «Армия-2020». На открытии международной выставки гостей и участников поприветствовал глава региона Дмитрий Азаров. Сегодня здесь вы имеете возможность не только увидеть новейшие образцы вооружения, но даже попробовать свои силы. Если понадобится встать на защиту Родины, я знаю, что каждый мужчина готов это сделать в нашей стране. После официальной части на импровизированной сцене в поле бойцы спецназа, силовики продемонстрировали приемы рукопашного боя, стреляли из автоматов, а также ломали доски, шифер и каменные блоки голыми руками. Шоу продолжилось танковым сражением. Гости форума под большим впечатлением от увиденного. Впечатление очень позитивное, очень хорошее. Вот в этом году вообще реально классно. Техники очень много и прям, ну, очень интересно. Мы приехали с детьми, с тетей, с дядей. Мы приехали все, кроме папы. Приедем с папой завтра, примем участие, посмотрим на бригаду третью спецназа, что они, может быть, сделают более новое, более современное относительно 92-го года. Форум «Армия-2020» в Самарской области продлится до 29 августа. Здесь будут работать кластеры Центрального военного округа, МВД, МЧС и Росгвардии. Для гостей приготовят более 8 тысяч порций солдатской каши, тонну чая. Для посетителей испекут также 200 килограммов хлеба. Светлана Кудрявцева, Анатолий Головко, Максим Гусев. События.